Я выезжал с дома, услышал взрыв, видел огромные клубы черного дыма. Достал телефон, снял на видео. И отправил нескольким друзьям, ну, близким знакомым, телеграм-канал закрытый. Я не думал, что это видео попадет куда-то дальше, в том числе в российские телеграм-каналы. Да, но это видео могло привести к плохим последствиям. Я сожалею о том, что сделал, и не подумал о последствиях, а людям сказать, чтобы они ни в коем случае этого не делали и не помогали государству-агрессору.